Эй, hey, гайз, с вами Шумики, мы продолжаем пройти руб по названию Bugs Bunny и потерянное время. Окей, мы с вами отправляемся, то есть мы прошли пиратом. Век пиратов мы прошли, теперь у нас 30-е годы. Потом у нас остается еще уровень и еще последний. Каменный век у нас еще будет, а еще здесь у нас... Ну ладно, 30-е годы полетели. Так, просят морковочку. А, подожди, я золотую получу все-таки. Это ж золотая штука, это будет, я понял. Сразу смотрим, есть ли тут что-то. Но все сделано в виде города. А где тут что вообще есть? А-а-а. В канализацию можно зайти. 150 морковки. Ну это, знаете, все равно, то есть ты будешь все собирать за 50. То есть здесь есть секретные, ребят, уровни, которые ты можешь попасть, только собрав что-то определенное. Так, 90 часов. То есть мы все равно будем в ту или иную локацию с вами возвращаться. Великие угробления. Банк «Бешеные деньги». Давай чисто валить отсюда. Окей, босс! Хорошая озвучка. Ага. Начнем с того, что мне на время нужно это все сделать, но при этом на меня будет еще собака охотиться. Так, ему хватает косточки этой? Не хватает. А, я не успеваю. Ладно. Давайте вместе с собакой. А, меня повернуло. Успокойся. Джоркси, Джоркси, Джоркси. Его зовут Джоркси. Я все соберу, ребят, прохождение на 100%. Поэтому не отчаивай. Dios mio, sin gando. You perdo your fando. Так, а что мне делать-то? Ладно, соберу морковку, пускай будет. А, все, мы его одолели. По факту остался только этот. Что мне с этого сделать надо? А, да ладно. Я сломал...
Я сломал окно с помощью коробки. Закрыто, тебе нужен ключ. Ясненько. А ключ я навряд ли найду, потому что я еще плюс не знаю, куда мне динамит девать. Стоп, хотя я могу сделать таким образом. Я-то могу на коробки залезть. Только мне коробки теперь забрать нужно. Так сказать, быстрый перенос коробки. Не получится. Вон оно что. Вот где ключ оказывается. Чего он сразу коробку на коробку не ставит? Где еще одну коробку я просрал? Ага, нашел коробку. Ох уж это ограбление. Все найс. Окей, мы на втором... окей! Баночный маф... Баночный мафиози. Да ёлки. Заметьте, что они сразу попадают. Попадают по тебе и прячутся. Понимаю. Так, лифтик открыли. Блин, все равно от бомбы остается шипящий звук. В банке. Ладно, здесь не открыть. А это типа не двигается вообще? Но здесь мне говорят подсказочку, что здесь есть... Тут везде есть. Так, выход. А как мне... Но я понимаю, что это типа укрытие. Мне нужно искать врагов. Так, 70. Морковочки у меня. Да, я лучше сохранюсь. Спасибо, Чатланин. А, теперь заметьте, остался звук открывания дверей. АЦМЕ. Ну, главное, что я открыл. Так, АЦМЕ.
Что мне делать? Вообще. Единственное, что я понял, я должен подлаживать походу динамит под дверь. Возьми бомбу. В каждой. Он в каждой типа двери ж? Или нет? Да, не в каждой двери, оказывается. Тогда все ясно, понятно. Отлично. Так, у нас остается только вот эта дверь. Ох уж эти перекаты. Опа, а тут шкаф отодвигать, значит, тут тоже что-то есть. Так, давайте мы сделаем таким образом. Я открою дверь. Мне нужно, как я понял, отсюда выйти сначала. Так, ну, ладно, он меня не заметил. Забирай, приятель. Готово. Что теперь мы можем сделать? Оказывается, здесь видно то, что можно отодвинуть. Тут закрытый сейф. Но мы знаем, как разбираться со сейфами. Динамитик мы берем. Динамитик мы бросаем. Динамитик мы идем сюда. И... Зато ключик мы получаем. Так, а дверьку, где можно было за ключик открыть? Снаружи. О, плюс еще морковка. Осталось найти дверь, которая открывается за ключ. А вот и дверь. Так, 24 тысячи. Смотрим, что здесь еще можно забрать. Ага. Это типа как в Индиана Джонсе? Thank you.
почему? Подождите. Чё ты не спишь? Монахи, он пуляет пулями. А ты поспать не хочешь сходить? Вот сюда вот. А, по нему нужно было 3 раза попасть. Так, окей, считаем, что готово. Дверь выбили, тут у нас ничего. Ага. Так. Окей, приятель, что? А, да ладно. Ага, оно закрывается. Так, а теперь вопрос, как мне... Почему дверь закрылась? Это ненормально. А, то есть мне обязательно подходить каждый раз к двери? Не-не, мы так сражаемся с ними. Сейчас заберем и этот ключ. Тут хотя в окно можно выйти. Ха. Даже так. Тут я могу открыть? Да ладно. Ха! Какая здесь заманушка. А чё он вообще тут забыл? Он типа здесь спрятался или что? Так, ну я мог, по идее, выйти, зайти. Так, забрать золото надо. Хм. Ничего не произошло. Thank you.
Так, окей, допустим, я сделаю так. Ты же не хотел сбросить мой камень? Ага. Идем, приятель. Теперь заработал. Понятно. То есть мне нужна была касцена. Или чтобы на голову упала. Факт остается фактом, что я забираю себе золото. А, хотя подождите, это может быть не золотом. Нужно зайти сюда вот. Нет, смотрите. Нифига. Ну ладно, тогда я пошел с золотом в транспорт. Думаю, он мне пригодится. Я не понимаю. Что? А, то я понял. Молодцы у вас. Тактики. Эй. Ну хотя от пуль они вы можно просто убегать. Я сначала не понял, что нужно делать, а потом как понял. Но это как, знаете, мексиканцы, что-то такое. Эй, док. О, щет. Эй. Все? БДСМ. А, да. Но ты забыл кое-что подобрать. Найс. Что же я забыл подобрать?
Давай-ка я сохраню твои победы. Давай. Спасибо, Чатланин. Ку. Ку, Чатланин. Спас... Так, а что я забыл? Золотые морковки 2 штуки. Нихера. Нихера. Чё так много? Так, вопрос, а где побег? А где побег? Ну что, давайте, короче, думаю, на этом мы закончим. В следующей серии у нас будет побег, поэтому... Хотя... А, погнали в побег. Ну там просто величайший побег. Загрузка. Я буду на машине кататься? Будет прикольно, если да. Найди 5 таких предметов, чтобы получить чист. Я тебя понял. Странный паук. Зато я часы получил. А можно на них, на паучка? Странно, ладно. Иначе не буду трогать паука. Так, один есть. Хотя я могу просто пробегать, да и все. Оно сломается, сломается, но я думаю, я допрыгну. Плюс оно трещит, когда падает. Давай в единицу зайдем. Первый этаж. А, вот что значит единица. Я понял, как с пауками драться. Думал я, может не будет тут паркура? Конечно. Хотя тут сразу говорят, если ты... Для чего это делаю? А-а-а. Теперь я понял, для чего. Если что, ребят, я говорю, я потом в соло просто перепройду. Ну и все. Типа часы спрятались в лампе. Да. Спасибо, Чатланин. Ку. Ку, Чатланин. Спас... Так, что? Видите, то есть... Извини, дружок, для этого... То есть я не могу еще все собрать, пока у меня не будет тех или иных способностей. А по способностям мы не понимаем, что они подразумевают. А, типа все? А-а-а. Стоп, а как я заберу ящик? Кровать, кажется, не двигается. Она и не двигается.
понятно, короче, мне нужно сначала получить способность, чтобы научиться открывать двери, ребят. А так я, походу, нихера не смогу еще сделать. Опля, опля. Ладно, давайте я сюда выберусь. Так, погнали дальше. Второй этаж. Погнали на второй этаж. Возможно, что... Ой. Так, 99 морковочек у меня. Так, морковки можем уже не собирать. Стоп, то есть вы хотите сказать, я должен запомнить, где я нахожусь? И типа я буду падать по этажам? А, ну-ка, давайте попробуем. Нет. Подожди, где я вообще нахожусь? Зато я поиграть могу на пианино хуёво. И заметьте, что я падаю сюда на кровать. А, это чтобы типа выше подняться. Стоп. То есть это другое место. И я не понимаю. Окей, представим, что... Значит, мне нужно сюда... Нет, он просто падает на кровать. Хорошо, представим, что мне нужно на третий этаж. Так, мне нужны кирпичи. Странно, что главное здесь телепорта нету. Так, это можно отодвинуть. Морковинка. Шинали. Так, больше там ничего нету. Если вам это интересно. Ой, стой, я не про... Пойди, должно все сохраниться. Да, все сохранилось. От... Так, выход на четвертый этаж. И... То есть я должен удерживать его на этой платформе? Да. Ah.
Типа, я... О, все нормально. Кидай динамит. Опа. Теперь мне нужно просто вокруг динамита побегать, да и все. Нифига. Короче, мне нужно его загреть, пока бомба не начнет мигать, он начнет убегать. Вы поняли? Ох уж эти трюки. Но главное, что нужно бомбу сразу брать, как она начинает мигать. А то есть меня она задела, его она не задела. Ладно, приятель, я тебя понял. Где урон? Ладно, я лучше коцну себя и его. Все равно я бессмертен. Еще часики заберу. А, да. Но ты забыл кое-что. Я подобрать. В курсе. Но, ребят, по факту мы туда не сможем пока что пойти, потому что... Давай-ка я сохраню... Мне нужны способности. Мне нужна способность, чтобы туда попасть. То есть мы по-любому туда вернемся. Спасибо, Чатланин. Ну, то есть... Ку, Чатланин. Я только вам буду показывать те уровни, где мы с вами, так сказать, еще не были. Но... За обычными такими побегами снова же пойти и собрать то, что уже было на уровне. И это буду делать соло. Для вас я только буду показывать то, что вы еще не видели. То есть это... Уровни, которые за морковки, допустим. Ну, вы поняли, секретные. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.